сейчас находимся в районе Катара Виллидж. Это место рекомендую для посещения очень красиво вечером. Здесь можно, достаточно большая территория, можно здесь перемещаться вот на таких тук-туках. Они подвозят бесплатно. Это, кстати, везде портреты мира. Почитают его, уважают. Вот. Вот такая красота. Очень красивое место. Есть здесь парк. Сейчас мы попробуем тук-тук. Сейчас будем на него садиться, чтобы не ходить пешком. Excuse me! Так, куда садиться лучше? Короче, если садиться, это надо Короче, я буду тут. Буду тут садиться, буду снимать. Не вот. Все, тут сели. Красиво сделано. Все, поехали. Короче, если так, да, Господи, хоть бы камеру не уронить! Здесь на Катаре есть залив, можно погулять вдоль берега. Здесь есть бесплатный пляж, но не знаю, насколько реально здесь купаться. Здесь обязательно должен быть мусульманский купальник, полностью закрытое тело. Но я не вижу, где тут можно, где тут changing room, где тут раздевалки, переодевалки. Пока не вижу. Не совсем все продумано. Сейчас заезжаем на центральный центр Катары, такая центральная площадь Катары. Здесь большое количество ресторанов. Карак Чапати, тоже рекомендую посетить. Вот мы сейчас продвигаемся между зданиями. Тихо. Объясняем для Наташи. Чапати – это индийский такой блин. Тут есть несколько начинок с сыром, с яйцом, с шоколадом, там просто сладкое. Обычно просто сладкий индийский, самый обычный вариал. Он самый типа оригинал. И самый такой простой хрустящий блин сладкий – 2 реала, очень дешево. Для Катара это вообще супер цена. И мы закажем карак, конечно же, карак. Карак можно даже спросить, чтобы меньше сахара положить. Да, можно, потому что он достаточно сладкий, поэтому можно сказать less sugar. Карак original. Full sugar. Oh, less sugar. Normal and... Ты будешь чапати? Оно большое? Ну такой блинчик, да. Вот как мы вот его там. Его хватает одного на двоих. Ну ты знаешь, или... да, на двоих. Потому я думаю. Потому что сильно кушать много не хочу. Криспи один. Один возьми сладкий криспи. Low sugar one.
Приехал карак, чай. Очень, кстати, это, кстати, индийский чай, насколько я понимаю, да, карак? Он, да. Его состав, это черный, не, почему известно, черный чай, молоко и специи. Но этот карак стал очень популярным здесь, в Катаре. Вот Наташа тут, Наташа демонстрирует чапати. Вот, так что мы пробуем сейчас чай карак. И чапати. Подписывайтесь. Спасибо за просмотр. Кому было полезно видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока. Let's get up!